Максим Галкин продолжает удивлять публику в Юрмале. На этот раз российский юморист, приехавший на фестиваль «Лаймы» в Айкуле рандеву вместе со своей женой Аллой Пугачевой, подколол бывшего супруга примадонны Филиппа Киркорова. Так Галкин на огромную аудиторию сказал, что Пугачева знает только несколько слов на латышском языке. Это у него осталось от предыдущего... От предыдущего перья остались. Публика позитивно отреагировала на его шутку и буквально взорвалась от смеха. Ранее на фестивале в Юрмале Галкин также сорвал овации, спев украинскую песню «Смирека». Это уже не первый раз, когда он таким образом выражает поддержку Украине, которая борется с российской агрессией. Ранее, после удара российской ракеты по детской больнице, он назвал атаки россиян бесконечным адом. Также Максим Галкин на украинском языке отреагировал на гибель детей в Одессе в результате атаки российских оккупантов в ночь на 2 марта. Несмотря на активную проукраинскую позицию Максима Галкина, его супругу Аллу Пугачеву Министерство юстиции РФ не посмело объявлять иноагентом. Такой ответ на свой запрос получил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Отметим, что слухи о возможности такого кардинального решения в отношении Пугачевой ходят давно. Но пока власти пытаются окончательно не портить отношения с Аллой Борисовной, пишет телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на собеседника в Кремле. По его словам, есть надежда, что она вернется в Россию. Ее возвращение должно стать важным сигналом не только для россиян, но и для многих за рубежом, считает издание. Впрочем, сама Алла Борисовна возвращаться домой пока не спешит, хотя и может себе позволить. По последним данным, она планирует приехать в Россию в конце этого или начале следующего года, но многое будет зависеть от обстоятельств.